Что может заставить тебя удалить ТикТок? Разъяренные соседи и ремонт на кухне. Веская причина. Что делать тиктокерам дома? Заниматься любимыми делами и общаться онлайн. Ребята, наконец я нашла супер идею. Сейчас вам покажу. Леденцы растапливаем. С помощью металлической трубочки выдуваем из карамельки пузыри. Ура, получается! Вот это да! Целая куча пузырей! Правда, получается не всегда. Самая большая любовь Томми – его мама. По крайней мере, пока. Томми – мамин сын. По любому случаю он звонит маме и спрашивает ее совета. Печенье с какао. Что может быть вкуснее? Ну вот, печенька упала в чашку. Алло, мамуля, у меня ужасные неприятности. Печенье упало в чашку с какао. Что делать, спасай? Сыночек, не плачь, мама что-нибудь придумает. Ну вот, я нашла подходящий лайфхак в ТикТоке. Растапливаем сливочное масло. Добавляем сахар. И щепотку соли. Добавляем молоко. Всыпаем муку. И какао-порошок. Перемешиваем до однородной массы. Выкладываем в чашку. Ставим в микроволновую печь на 2,5 минуты. Готовый пирог посыпаем сахарной пудрой. Украшаем ягодами. Получился идеальный кекс. Вкусно, как дома. Спасибо, мамулечка. Занятия спортом иногда утомляют. Но гениальные идеи преследуют Келли даже во сне. Мне приснился уникальный рецепт кофе. Скорее на кухню испробовать его. В глубокую посуду насыпаем 2 чайные ложки растворимого кофе и 2 чайные ложки сахара. Добавляем небольшое количество воды и взбиваем венчиком до густой пены. В стакан кладем кубики льда. Заливаем молоком. Добавляем взбитый кофе. Перемешиваем. Добавим коктейльную трубочку. Мастер-шеф справился с задачей. Кофе готов и очень вкусный. Меган любит похулиганить. Обожаю конфетки. Эй, подруга, что приуныло, лови. А вот тебе желейный мишка. Получи мишку в ответ. О, я вспомнила забавный лайфхак из ТикТока. Попробуем смешать Skittles и Haribo. В тарелку высыпаем конфеты Skittles. В глубокую посуду высыпаем желейных мишек Haribo. Растапливаем в микроволновке. Выливаем в тарелку с конфетками. Формируем конфетку-змею с Haribo внутри и Skittles снаружи. Какие вкусные усы! Или борода? Это же модный обруч! В ТикТоке говорят, что в крышке Нутеллы спрятан ножик. Проверяем этот лайфхак. Снимаем внутренний слой крышки. Тут пусто. Ничего. Ни ножика, ни ложки. Хорошо, что моя ложка всегда со мной. Вот вам лайфхак. Всегда имейте при себе ложку. О, Нутелла. Божественный вкус. Эмили опять выискала необыкновенный рецепт десерта в ТикТоке. Сегодня я покажу вам удивительный способ приготовить пирожное. Картонную пачку молока раскрываем по верхнему краю. Добавляем в молоко 4 маршмеллоу. Выливаем 2 яйца, перемешиваем, ставим в микроволновку. Эксперимент не удался. И кто будет отмывать микроволновку? О нет, кошмар, что это?
О, мои прекрасные туфли. Выглядит ужасно. Попробуем немного улучшить этот десерт. Шоколадный сироп, клубничка. На фотографии вроде неплохо, но в жизни это ужас. Келли все свободное время отдает спорту. О, любопытная идея для цветного попкорна. Привет, ребята! Сегодня делаем попкорн со вкусом Skittles. На сковородку высыпаем конфеты Skittles. Добавляем растительное масло. Насыпаем зерна кукурузы для попкорна. Накрываем крышкой. Жарим воздушную кукурузу до готовности. Сладкий попкорн готов. Вот только у Келли весь сладкий попкорн подгорел. Минуточку. Возьму готовый попкорн и побрызгаю пищевым красителем. Вот так. Смотрите, как красиво и вкусно. И у вас получится. Томми пришла посылка от мамы. Что же это? Макароны, мои любимые. Мамулечка, спасибо. Ты у меня самая лучшая. Но как приготовить макароны? У меня и кастрюли нет. Но есть друзья и ТикТок. Попробуем лайфхак с макаронами в чашке. Заливаем в чашку воду. Засыпаем макароны. Ставим в микроволновую печь. Ждем. Ничего не вышло. Макароны так и остались сырыми. Этот лайфхак не сработал. Мамуля, помоги, что делать? Не уверен, что так должны выглядеть макароны альденте. Истинный спортсмен любит полезное питание. Нет ничего лучше авокадо. Сейчас приготовлю зожный бутербродик. Ничего не получается. Дурацкий авокадо. ТикТок, выручай. Да, я знала, что есть другой способ. Мне поможет скалка. Очищаем авокадо, разрезаем пополам, удаляем косточку. Кладем авокадо в зип-пакет. Разминаем скалкой до получения однородной массы. Отрезаем уголок пакета. Выдавливаем авокадо на ломтики хлеба. Посыпаем кунжутом. Идеальный бутерброд для здорового и полезного завтрака. А Меган нельзя сказать, что аккуратность ее второе я. Но даже ей иногда нужно прибраться на кухне. Может, можно что-нибудь придумать с остатками закусок? Сейчас сделаем. Раскрываем пачку чипсов Начос, измельчаем чипсы. Добавляем в пачку нарезанные сосиски, жареный лук, зелень, тертый сыр и взбитые яйца. Варим в пачке 30 минут. Готовое блюдо выкладываем на тарелку. Разрезаем и подаем с соусом. Ребята, это потрясающе вкусно! Всем советую попробовать! Тренд этого сезона – жареное мороженое. И сегодня я попробую поджарить мороженое в вафельнице. Немного подождем. Ой, ничего не вышло. Ура! В ТикТоке, как всегда, есть прекрасный рецепт. На тостовый хлеб кладем шарик мороженого. Накрываем вторым ломтиком хлеба. Вырезаем из хлеба круг вокруг шарика мороженого.
опускаем шарик в горячее растительное масло. Подрумянившийся хлеб выкладываем на тарелку. Посыпаем сахарной пудрой. Украшаем ягодами. Необычный десерт готов. Вот такое изысканное угощение получилось. О, как вкусно! Этот десерт просто пища богов. Объеденье! А вот этот лайфхак мне подходит. Как из нутеллы сделать горячий шоколад? Стакан молока и банка с остатками нутеллы у меня уже есть. Разогреваем молоко в микроволновке. Выливаем в банку от нутеллы. Смешать, но не взбалтывать. Или взболтать, но не смешивать. Выглядит это не очень. Да это вкусно. Отменный горячий шоколад. Понравилась наша проверка лайфхаков из ТикТока? Тогда пиши в комментариях, какие из них ты повторишь. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые идеи на канале Трум-Трум.